Ну что ж, начинается дуэль охотника ММ-специализации против Дема-Варлока. Пошел, нет, да, Дема-Варлок, Дема-Варлок. Кобре против ММ-охотника Крумхильда. Один еще стан отдается по Крумхильду. Чернокнижником Кобре тут же трапа. Варлок стопает с этой трапы. Крумхильда, тем не менее, уже мало здоровья. Детранс и щит Некролорда отдает охотник Крумхильд. Кобре продолжает спамить по своему противнику Шадоу Болты. Крумхильд поглощает, пока что получаем дэмэдж щитком Некролорда, сковывающая стрела по Кобре. Кобре отдает свой варлоковский щиток, но Крумхильд довольно быстро с ним расправляется. Стан, тем не менее, инстантный. Демон Болты очень сильный. Дамаг наносит чернокнижник Кобре. Трапа по Варлоку в минус 40 и в щиток. Крумхильд под тринкетом на хп натягивает очередной прицельный выстрел. Довольно серьезный дэмэдж, но поглощается, уменьшается, так скажем, сейвами чернокнижника. Срабатывает малый щит Некролорда. У Крумхильда по-прежнему сверх мало здоровья. Но Варлок никак не может дожать последние проценты хп. И Койл все-таки вытаскивает Варлока из могилы. Ну... Все-таки, блядь, побеждает Варлок. 398 хп. Найс. Ты видел это? На 1% хп Койл. Да, 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 да. Пошел разъемчик. Ух, хорошо. Это было красиво. Красиво, реально красиво. Спасибо большое за участие, Крумхильд. Это реально судьба. Спасибо большое, Крумхильд. Кобре проходят дальше. Сова самый слабый один на один. Да, Сова вообще сейчас. Я бы так сказал. Типа базука против Кобре. Типа базука это, по-моему, охотник, Кобре это чернокнижник. У нас сегодня Кобри уже вынес вперед ногами одного охотника. Посмотрим, получится ли с другим сделать так же. Итак, пошел заезд от, в общем-то, взаимный заезд охотника и Дема Варлока. Стан клуба заканчивается на ханте. Я сейчас напишу ему. Баф. Ну, я надеюсь, что он проиграет. Проблема решится. Хотя у Кобри не так много здоровья, залетает стрела опустошения. Сейчас будут очень сильные демон болты, практически шотает. Ой, Койл, да, это ваншот. Отлично. Я с такого гамма ребята сглазил. Нет, это турикуб, как всегда. Спасибо большое, Дипа Базука, за участие. Кобри у нас специалист по уничтожению охотника. Дуэль Кобри против Хумарса. Это будет Варлок против Баланса. Спасибо, Вульф. Вот так я тут поставлю. Спасибо большое за музыку. Здорово, Денис Богданов. Что нового? Да на самом деле, походу, не особо. Не особо что-то новое есть, если честно. По-моему, ничего блин, особо нового. Блин, что-то все ханты повылетали. Я на хантов ставку ставил. На ханта последний вроде еще остался. Берзлой. Угу. Не, Берзлой уже отлетел от Яси. Там сейчас скажу. А, да? Так кикнуть тогда его надо. А, ну из рейда, да. У нас вообще хантов не осталось. Там три... Да. Так, хорошо. Все ханты уходили. Собственно говоря, Кобре против Кумарсха. Где у нас Кобре, где у нас Кумарсх? Не вижу пока ни того, ни другого. Блин, ну там с кем-то дуэлится, сейчас скажет. У меня КД. Да, это вообще пока... А подожди, он уже дуэлится против него. Окей. Ладно, хорошо, они, я не знаю, они уже, короче, между собой хуячатся, я комментирую, это там уже стан, стрела тьмы залетает не так уж и много, еще до стрела тьмы, 50% хп урока осталось, что-то какие-то издавания решили поделить, ну, походу, кому-то полит надо подумать. 30% хп остаются, ребята, урока, Койла дает, на поднимает, Фир туда еще закидывает, не заходит. Пошло агония, пошли фулы, там просто рефлект, ребята, фига, что лук используют. Сколько он против нажимает на себя сова, блин, сова в зеленом ковенанте, я херею просто. Наверное, побыдник просто засвечивается, сава небольшой закидывает и убивает лока. Отлично. Это да, самое быстрое комментирование было. Забавно, они дуэль, конечно, начали где-то там на дорках. Спасибо большое, Кобре, за участие. Хантов, ты приехал очень жестко, но сова, кстати, сова опять же кастера победила в дуэли.